Тут Катань. Познакомься. Вот мой возлюбленный. Михаил Михайлович Сидоров, здрасте. Шейх Али ибн Акрам аль-Хусейн бек Таши аль-Мансур, салам алейкум. А для меня он просто Алик. Это розыгрыш по случаю юбилея нашей свадьбы. Это не шутка, Миша. Ты же никогда не интересовался ни мной, ни моей жизнью. Ты даже не подозревал, какая драма разыгрывается в моей душе. Драма? Разве я тебе сделал за всю нашу жизнь что-нибудь плохое, Таня? Неплохое, не хорошее. Ой, если бы Аллах знал, как я страдала. Теперь ты будешь наслаждаться жизнью. Моя прелесть. Аллах Акбар. А? Ну почему ты мне никогда не говорила, что страдаешь? А что толку было говорить? Без толку. Ну, почему? Да потому. Почему потому? Да потому что без толку. Ну почему? Потому что ты импотент. Вот почему. То есть как? Акбар, как? А вот так. Вспомни, когда последний раз мы были с тобой близки. Когда? Ну, Танечка, мы с тобой не молодые люди. В нашем возрасте это не так актуально. Для кого как? А вот если бы не Алик, я до сих пор не знала бы, что и в нашем возрасте жизнь прекрасна и удивительна. Ты что, мне изменила с ним? Он уже мой муж по законам шариата. На родину вернешься без меня. Васе я сообщу сама, не маленький поймет. Прощай, Миша. Завтра я уезжаю с ним в Ниццу. Ты что, меня променяла на этого шибзика? Он хоть и маленький, да удаленький. Сравнение не в твою пользу. Да, чуть не забыла. Алик оставляет тебе в жены свою сестру Халиму. У него такой принцип. Он не может взять, ничего не отдавая взамен. Ну вот, ты ему скажи, чтобы не беспокоиться. Обойдемся без жены. Да ты посмотри на нее, она в спальне. По-моему, ничего. Откуда ты сестра взялась? Халима! Халима! Халима!